Всем привет! Меня зовут Николай. Сегодня в этом видео обзор профессионального тренажера ProTrain PR-HS750G. ProTrain PR-HS750G совмещает в себе два в одном – жим ногами и гак приседания. Сложите платформу для ног, а затем повесьте на нее съемную подушку для спины. Теперь можно делать гак приседания. На одном тренажере прорабатываются четырехглавые мышцы бедра, икроножные мышцы, ягодицы и подколенные сухожилия. Пятипозиционный стоп-блок позволяет тренироваться на тренажере спортсменам ростом от 150 до 200 см. Две пары адаптеров увеличивают максимальную нагрузку на тренажер до 400 кг. Это удовлетворит запросы спортсменов с любым уровнем физической подготовки. Угол наклона спинки и платформы для ног легко регулируется с помощью выдвижных штифтов. Благодаря этому можно смещать акцент нагрузки на разные группы мышц. Для безопасности с двух сторон расположены две пары страховщиков. Треугольная конструкция тренажера делает его более устойчивым. Для дополнительной надежности широкие ножки тренажера прорезинены. Все адаптеры на тренажере разъемные, поэтому подойдут для дисков с диаметром втулки 25 или 50 мм. 8 роликов, направляющих из нержавеющей стали, делают движения плавными и бесшумными. Рама стальная толщиной 3 мм. Сиденье и подушка для спины толщиной 4 см выполнены из жесткой пены. Обивка – прочная эко-кожа с двойным швом для надежности. Фурнитура сделана из нержавеющей стали. Нескользящие рукоятки и мягкие подушки обеспечивают надежный хват и удобное положение для тренировки. Для хранения дисков в тренажере есть 6 хромированных адаптеров. Это позволяет экономить место в тренажерном зале и дополнительно увеличивать нагрузку. Можно повесить эспандер, что создаст дополнительное сопротивление. На этом все. Ссылка на тренажер в описании под видео. И если вы еще не подписались на наш канал, самое время это сделать. Всем пока!